С 28 августа началось досрочное голосование избирателей, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях республики. В эти дни бригада членов участковой избирательной комиссии номер 2 поселка Белая гора Абыйского района совместно с наблюдателями объездили на моторной лодке рыбопромысловые участки. Комиссия провела досрочное голосование по маршруту Белая гора, Бёр-Урех, Дружина, а также по второму направлению Белая гора, участок Сыпной Яр, Ожогина и Харгытыр. Принять участие в досрочном голосовании смогли рыбаки и их работники. Надеемся, что охватим на наибольшее количество людей, которые не могут прибыть на участок в день голосования 18 сентября, тем самым дать реализовать им право на голосование.